Всем привет! Друзья, всем привет! У нас сегодня запускается новая рубрика, и она называется «Тест-драйв недвижимости». Друзья, мы прошли с вами на территорию квартиры. На территории комплекса есть прекрасный бассейн. В общем, мы столкнулись с такой проблемой. Нужно здесь уже готовый блюд, просто чтобы разогреть. И купили продуктов на 20 евро. Финская сауна. Здрасте. Здрасте. Как библиотеку пройти, не подскажете? Туда. Понятно. До свидания. Наверняка, когда вы покупаете себе автомобиль, перед тем, как купить, вы берете тест-драйв, дабы убедиться, что это тот вариант, который вам нужен. С квартирой в целом происходит то же самое. И мы сегодня получили такую возможность прожить целый день в нашей застройке в одной из квартир «Аллегрии 10». Едем туда прямо сейчас и покажем вам сам комплекс, проживем там весь день и поделимся своими впечатлениями. Правильно? Да, конечно. Так, друзья, ну все, конечно же, начинается входа в подъезд, и мы сейчас уже на территории самого комплекса. Прошу, пройдем к бассейну. Вообще, друзья, мы на территории застройки «Аллегрия 10», и во дворе, где располагается бассейн, мы припарковали машину на подземной парковке. Сейчас пройдем в квартиру, в которой мы сегодня проведем весь день. Постараемся сделать оптимальную и объективную оценку всему этому и сделаем тест-драйв этой недвижимости. Погнали. Друзья, мы прошли с вами на территорию квартиры, и при входе вот у нас есть такой коридор, а по левую руку у нас сразу же располагается спальня, одна из спален. Здесь есть глубокий встроенный шкаф, двухместная кровать, вот такие вот дизайнерские интересные тумбочки прикроватные, окно. И, конечно, здесь можно закрыться вот рулоно-кассетной шторой от лишних глаз, так как окно выходит сразу же в подъезд. Ну, во двор, наверное, во двор комплекса. И этаж у нас здесь нижний. Мы проходим далее, попадаем с вами еще в одну спальню. Здесь есть тоже глубокий встроенный шкаф, большая, просторная, двухместная, наверное, даже трехместная кровать. Такие вот тумбочки прикроватные. И есть свой личный санузел, где у нас есть раковина, туалет и душевая. И окно для проветривания. Двигаясь далее по коридору в направлении гостиной, по правую руку у нас есть еще здесь один санузел, где тоже есть раковина, туалет и тоже душевая. Ну а гостиная выглядит у нас вот таким образом. Она совмещена с Г-образной такой кухней, где есть холодильник, есть духовка, варочная панель, вытяжка, микроволновая печь и, конечно, есть посудомоечная машина. В общем, мы выходим из комплекса и посмотрим, что поблизости есть и что располагается поблизости рядом с комплексом. Какие рестораны, бары. И пройдемся до ближайшего пляжа, да? В общем, мы столкнулись с такой проблемой, что мы не можем найти место, где бы нам перекусить. Почему? Потому что, во-первых, сегодня суббота, и, во-вторых, без 24. Все закрыто, и никого нет. Все люди либо на пляже, либо дома спят, отдыхают, у всех, короче, у всех сиеста. В общем, мы прогулялись по всем окрестностям и поняли, что нам проще всего дойти до Меркадоны и купить каких-то продуктов. В силу того, что она расположена очень близко с комплексом. Где-то буквально 5 минут ходьбы. Можно взять уже готовые блюда, просто чтобы разогреть. Мы решили, что нам подойдет вот такой рожок. Здесь бекон, ветчина и сыр. Все это просто можно разогреть в микроволновке и вкусно покушать. И взяли еще
вот такую тортилья де патата, картофельный омлет, так называемый. И купили продуктов на 20 евро. Ну и возвращаемся в комплекс, и там как раз все это и поедим. На территории комплекса есть прекрасный бассейн, также есть уличный душ, есть финская сауна, куда мы пойдем прямо сейчас, потому что она уже нагрелась. Кто-то скажет, что сауна не нужна, но я, честно, не против. Почему нет? Сауна – это классная тема. Прожариться, пропариться, прогреть все косточки. Не только же на солнце находиться. Все квартиры, все апартаменты проданы практически в этом комплексе, за исключением двух. Одни из них, в которых мы проживали, и стоимость их составляет 120 тысяч евро. И один есть еще пентхаус на последнем этаже, стоимость его 200 тысяч евро. Поэтому, кому интересно, пишите, звоните. И помните, что вы также можете дистанционно зарезервировать один из объектов, и также дистанционно его можно купить, даже в ипотеку. Друзья, мы провели целые сутки в комплексе Алегрия 10, и нам все очень понравилось. Мы ставим большой палец вверх. Наличие бассейна, финская сауна, роскошные новые апартаменты. Что уж тут говорить, новое жилье есть новое жилье. Единственное, чему я поставлю 4, так это локации. Не совсем понравилось то, что до ближайшего пляжа реально где-то 10-15 минут пешком. Но есть другие плюсы. Несколько школ в наличии в самом районе, плюс это центр города, где-то 300 метров нам спуститься к порту и прогуляться по набережной. И есть все возможные необходимые магазины, продукты питания, также центральная Меркадона, которая буквально в 7 минутах ходьбы от этого комплекса. В целом, мы рекомендуем Алегрия 10. Я надеюсь, что вам понравился такой формат выпусков. Это новая рубрика. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Владислав Белошейн. С вами была Ева Белошейна. Повернись, дочь. И с вами была Анна Белошейна, но она еще пока спит. А мы пойдем купаться в бассейн.